Виталик, ну как шлем? Хорош. Шлем-то хорош, только не помогает нихуя. Так он же сказал, тебе настрой особенный нужен. Это шарлатан. Так, по-вашему, доктор Роганов шарлатан? Шарлатан, однозначно. Я не шарлатан. Нужен определенный настрой. Тогда не будете пить. Какой настрой? Я просто хочу не пить. Да я вот смотрю, Виталик настраивается, как ёбнуть. А надо ёбнуть. Да настраиваешься, как ёбнуть. Доктор Роганов, налей-ка мне стопарик. Ну что ж, бать.